канале «Охотничий простор» это Мича. Сегодня мы выбрались на природу, такое красивое живописное место. Сегодня мы будем готовить очень интересное, такое вкусное, я бы даже сказал, бомбическое блюдо на углях. Что значит нам потребуется для этого? Какие ингредиенты? Свинина, лук, картошка, помидор, томатная паста, смесь перцев, паприка, черный молотый перец и приправа для шашлыка. Но она у нас пойдет маленько, так сказать, в догонку для другого блюда. Вот. Мы будем сегодня готовить блюдо на углях в фольге и замаринуем пару шашлычков. Поехали! Сначала берем мясо, все продукты мытые. Такие кусочки у нас пойдут на шашлык. Сальцом, оно нам пойдет на пользу. Сало нужно будет в этом блюде. Нарезаем тоненько нашу картошечку. Наш кусок надеваем, наше мяско на шампур, маленько делаем прорези. Далее берем нашу смесь перцев. Thank you.
приправу нашу папу. Сразу, ребят, извиняюсь за ветер. Условия, конечно, сегодня вообще долго готовились к этому видео. Приехали, ждали. Часа три, пока стихнет ветер, толку никакого. Ну, приходится снимать в таких условиях. Сразу извиняюсь. Но ничего другого поделать невозможно. Дальше кладем лучок. Обязательно помидорки. Они потом дадут такой обалденный сок. И берем томатную пасту. Смотрите, как аппетитно выглядит. Должно получиться просто космос. Так, далее берем картошечку. Двойной у нас, двойная фольга. И все это дело заворачиваем вот таким вот образом. Заворачиваем плотно несколько слоев, чтобы сок, самое главное, у нас с вами не вытек. И заодно сразу будете знать, что где полоска, это у нас с вами верх. Так, значит, завернули. Сейчас сделаем все то же самое с остальными кусками. Я думаю, еще кусочка шампура 2 таких сделаем, а остальное чуть-чуть мяско замаринуем уже на шашлычок. Значит, ребят, завернули 2 штучки. Сразу хочу сказать, забыл посолить, пришлось один развернуть. Вот, посолить и завернуть уже в новую фольгу. Вот это у нас уже будет для шашлычка, то есть здесь мясо, лучка нарезали, также смесь перцев сюда потрем, маленечко, потому что в основной приправе у нас есть. Так, берем перца, перчим. Ветер такой обдувает перец, просто нереальный сегодня ветер. Нам везет на погоду. У нас мы снимаем, то у нас метель, то у нас буран, то у нас снежные заносы. Сегодня ветер такой, шторм. Прям с погодой нам всегда везет. Так, добавили паприки. Добавим приправу для шашлыка. И посолим.
все это дело тщательно перемешаем. Лук выжмем, чтобы он нам сок дал. Все, мяско замариновали, пусть часика два постоит, 2-3 вот так. Пока подготовим угли, яму выкопали, как раз пока угли наши подготовятся, туда-сюда жмешь. Ребят, угли готовы. Отправляем наши два шампура готовиться. Сейчас будем нанизывать наш шашлык. Прошло 2,5 часа, я думаю, мясо успело замариноваться. Мясо нанизали, отправляем его сюда же на угли. Не сказал, основное блюдо у нас готовится где-то около часа, проходит 10 минут, переворачиваем на другую сторону. Значит, 10 минут у нас прошло, переворачиваем, и так периодически каждые 10 минут будем переворачивать. Готовить будем где-то около часа. Шашлык наш приготовился. Полностью прожарилось. Попробуем, что у нас получилось. Соус сделал простой, майонез, кетчуп.
Шашлычок офигенный, очень мягкий, прям тает во рту, мясо такое нежное. Все, готовим дальше наше основное блюдо. Ну что, ребят, прошел у нас час, давайте один откроем, посмотрим, что у нас получилось, готов, не готов. Так, горячий. Открываем. Правда, уже шашлыком наелись. Но все равно попробуем. О, смотрите, сколько соку. Дал нам и лучок, и помидорки. А, как вкусно пахнет. Запах такой божественный. Картошка готова. Жалко, что я не могу передать вам это на камеру, но получилось просто офигенно вкусно. По соли, по специям вообще все в меру. Там нормально. Картошечку попробуем. Картошечка полностью готова. Ну и в завершении, что бы хотел сказать, ребят. Сейчас у нас такая тяжелая ситуация во всей стране. Да что там в стране, во всем мире. Вот. Обидно то, что государство просто наплевало на нас. И живите как хотите, ешьте что хотите. Вот за это обидно. После дождя всегда наступает солнце. После ночи всегда наступает утро. И это обязательно когда-то закончится, и все будет хорошо. Так что всем желаю крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Спасибо, кто смотрел видео до конца и подписан на наш канал в YouTube. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.